А какая игра, как называется? Да я тебе захолдил, можешь зафоловиться просто. Да я бы и зашел, мне не сложно. Или там твои стандартные названия? Нет, там КФ секрет. КФ секрет. Так, зажойнился. Олег. Я так и двоих придумал, кого холдить. Так я захожу. Отлично. Вообще, если ты хочешь разбудить инмейта, ты можешь вам пробовать Steam позвонить. Думаешь, стоит? Хотя чужий ты человек на стуле-то заснул. А можешь ты позвонить? Я просто не умею. Не умеешь? Да-да-да. Или ты хочешь обрушить на меня это? Не, я не умею просто. У него выключены звуки, походу. Так, вот человек какой-то. Плюс один в КФ надо. Инмейт вышел из скайпа. Походу, все-таки это есть звук в стиме. Все-таки он проснулся, да. Так, ладно, сейчас будет чел. Олег. Олег. Я уже рядом. Все, здорово. Так, так у меня есть инмейт, друзья, а вот у тебя нет. Вот такому захолде. Юра Смоленск, да? Да. 43. Цифру я помню. Чем это? Так, сейчас вернусь. Сетик на джиггернаут.
Привет, Олег. Я не нашел? Ну что такое? Что такое? Я нажал follow, не зашло почему-то. Не зашел, идет. Не зашел что-то. Follow. Контроль, Олег. И... Во, все. Ну что, давай шафлы там, поехали. Аэрокафасту перекурю. Вот, блин. Теперь Мервинг отошел. Алло, давай, го, шафлы и поехали. Шуфле. Так, а как шуфле, там? Шуфле. Так, кто-то поехали. Написал в скайпе, секундочку. Что-то мало еще изменилось. Да, поехали. Мерв, ну вообще, по-моему, мы с тобой сейчас как бы изи виктори обретем. Ну ты помнишь страту непобедимую? Да, если что, я помню. Там скелеты, эти омары. Скелеты и лобстеры. А, лобстеры. Или тинкеры и наги. Слушай, а я раньше недооценивал лобстеров, это такой охренительный юнит. Только это, если у нас сейчас будет тинкер нага, давай сразу GG go next. В смысле, изи вообще? Мы вчера с Галпакомпом ни разу не выиграли этой связкой. Да, а, нет, ладно. Один раз выиграли, когда играли на Грете, гренеры или как они, гранатометчики. Гренадиры были. Гренадиры. Ну, у нас там просто так получилось, то, что у вас очень удобно. В линеечку все шли. Этот, наги против орков очень сильные. А, что-то забыл прописать. Одно. Ну, чё, RR3, FOF, UR, а чё ещё третий, четвёртый? SLP, по-моему. А, SLT, да. SLT. Так, а чё, Олег здесь? Да. Всё. Стандарт. Да? Слава богу. Опять работа? Блин, чё-то надо поинтереснее. Я вот так сразу. Да, господин. На да победу я... первую. А я вот так вот. Угу. Готово. Опять работа. Чего? Опять работа. Блин, открываю стрим, а мы с тобой в одной команде. Да. Блин, вообще, слышь, ты в натуре открывал стримы опять вчера? А это мы узнаем в следующей серии. Короче, на самом деле у нас с тобой комбинация победителей. Ты прикинь, в мини. Ну бафы очень мощные. Если там нету наги, то. Да. Твои вот эти ребята угу. будут очень сильны. Да, мы можем их вроде до наги запушить. Да. Мне кажется, если зарашить аксы, это три Ригелхорн или как он? Под шамана еще. Да. Так, а сколько он стоит дерево? 750. Так, 750 дерева, это мне получается о! Еще нужно. Вот и синкер. Ой, ну кого ты бьешь, Васса? Выполню любой приказ. Чё-то это не зашло, да? Дело дрянь вообще. Олег, да. Хватит болотца. Да, не хочу не обидеть. Хотя... Весу куб. Слушай, он постоянно положись попадает. На меня. Ну алло! А баш прокнет? Давай же. Она первая идет вроде. А, ну да. Смотри, во-во-во, нормально. Танчик разбираем. Ой, еще и на... Хорошо. Можете подсказать мне, где у меня легендарка находится, ребят? А я не знаю. Голем. И по этому самому. По танку. Кстати, чё так мало по танку-то заходит? Я вот так сразу. Чего? Да, угу. Это ты качественно. Вообще, насколько я знаю, у них... Хотя, лол, это же эти там антиэйр сильный. Да, господин. Наши воины. Так, а я тогда... Блин, ну дефендеров, ну, в смысле, мало ставить. Ну, ты можешь коняшек, но тебе долго очень на них. Да, коняшек долго, ну... Хорошо. Поставлю туда. Там вон вертолет. Готов. Но пока это корм. Что именно? Вертолет ты их?
Ну да. Ну сейчас, пока у меня три грифона идут. Били бы они еще внизу за эту машину. О, вот это. Опять работает? Так, мне хватит. Чего? Акс нормально с ним разбирается. Да, выполнил. Бавчики еще. Приказ. Хорошо-то как. Да. Ой, не умер еще. И все под бафом уже. Что, шаман твой творит? Взрывает. Олег, взорвешь? Пока нет. Мы же так можем отбиться. Не, ну в теории, конечно, да. Я не уверен, конечно, вот теперь уже. Выполню любой приказ. Да, думаешь? Ой, а, они еще разойдутся еще. Штяне вместе, да. Древо выращено. А может это я танк заносил? Нет, не я. Так ты, смотри. Ветеран работает. Плюс 6. Так, вертолет, ну тут еще есть. Ой, все четверо в вертолет бьют. Блин, мне на Галя Хорн не хватает. Причем так мало не хватает. Футманов, чтобы поставить. У тебя Акс скоро будет? Да, понял. Господи. Понял. Чего? Хорошо. Ну, ждем. Готово. Мерф. О, ты посмотри, там это. А, ты прям уже и ганнеров влюбил? Да. Только мы сейчас, очевидно, не пропушим. Положись по понятным причинам. О, там хэви-танк у Олега появился. Походу, кстати, никто не взрывает их в этот раз. Зоркий глаз. Хотя домик поломали немного. Я вот думаю, хэви танк, шаманы с грифонами разберутся, долетят ли грифоны вообще. Да там должны. Моя жизнь принадлежит Орде. Попадай. Еще разочек. Хорошо. Ебать этот хэви танк лупит. Но он, по-моему, просто в армор заходит. А можно бафнуть Акса перед тебе? О, можно. Хорошо, Акс. Все, ну, ГГВП можно писать уже, по идее. Еще никто не дохнет, да? К бою готов. Наши воины вступили в бой. Надо Акса какой-то роб убить, чтобы он вертолет убил. Нужно больше золота. Так, ну, собственно, Мерф. Готово. Собственно, Мерф, я жду твоих Аксов. Опять работа. Приказали. Так, а может как-то... К бою я готов. Наши воины вступили в бой. Так, стоп. Кажется, что не так. Блин, ты не успеешь. Успею. А чё такой быстрый? Ладно, шамана хотя бы. Да, господи. Опять работа. Только сейчас вообще не надо. Вот эта вот игра за хуманов, когда ты просто начинаешь ждать на базе и бафать постоянно. К бою готов. Наши воины вступили в бой. Так, может, что и да. К бою готов. Дайте цель. Обычный. Опа. Мерф, ну наш пошло. Ждем приказа. А че ты до сих пор не поставил эту? Тотемчик, я вот сейчас думал, его или... А, конечно, тотемчик, ты че? Кадой. Это сила, мощность. А тут кадой с аурой на 25%, 100%. На 140. К бою готов.
Так. Никогда не стал твинить, хочу попробовать. Привет. Чего? Да. Акс, акс, акс. Сейчас, да чё ты такой быстрый-то? Успеваешь. В натуре. Положись на меня. Чё это так створит? Чего? Так вот вышел парень, ну почему может? Ага. Без гранатки он мало. Опа, дракон. Нет, дракон. О, пошел этот кодовый дамаг. Ой, 10 тысяч дали. А чего не взрывали? А там все уже. Да, чего ж мы не взрывали-то? Ну тогда вот так. Короче, Мерф, можно креативом теперь давить. По-моему, самое время. Меня это, механики Нага? Да, да. Не понял, что произошло, блядь. Но у тебя, по-моему, слишком сильно распалась. Еще и с моей. Главное не опоздать. Ребят, теперь моя очередь. Креативом или на верочку? Креативом, креативом. Ну тогда я вот так. Дорога зовет. Понял, понял, нормально. Я пока отменил, а то они быстро выйдут. Так, а я что буду делать? А я что не делаю? А у меня тут особо креатива-то... Ну, в принципе... Вперед. Блин, а у меня тут на самом деле ничего интересного особо нету. Что прикажешь? А, все, придумал. Сейчас я накоплю немного. Дорога зовет. Вообще отличный, отличный выбор. А на что? Что нового? А? На что? Ну, ты увидишь, поймешь, насколько я креативный гений. Нужно больше. Надеюсь, не паки. Не-не-не. Это слишком просто. Нужно больше. Забей вообще. Золота. О, у тебя вышел один. Надо спешить. Так нужно там и второй, так чуть это не затаймил. Нужно больше золота. Кстати, я раньше помню то, что вот эти ребята, которые из иглы выходят, они замораживали. Нужно больше золота. Ну, они и замораживают. У них 7% шанс. А, там все замораживают, что ли? Готово. Да. Хороший тренд дошел. Золотой. Короче, слышишь? А. Вот если поставили бы на верочку, они по живому бы лежали. Не, я все, я угадал, у меня нормально. Что нового? Надо спешить. Дорога зовет. Выходит просто не очень, а так. Это не катапульта случайно. Именно она. Дорога зовет. Че, go next? Да не, нормально, нормально. Вперед! Куда отправляться? Что ты сразу нового? Это? Их будет много, катапульта по всем стреляет. Смотри. Опа! Бам! Оп! Почему же это неладно, кому сразу надо идти? И в ранжову сюда. Она в линии бьет, походу. Сколько она дамажит? Сколько она? 20, да? Дамажит вообще. Не, она не в линию, она это баунтинг, как луна. Не, я имею в виду в мили она не бьет. Только на дистанции. Почему нет? Хотя возможно. Давай, глюнта, первого, первенца. Надо, короче, бьет. Посох покупать. А, нет, не бьет он. Здесь копные стоят. Что нового? Главное не опоздать. Креативчик. Надо спешить. Задавили. Что прикажете? Так, ну чего, значит, став надо покупать. Дорога зовет. Побежали. У тебя как там по деньгам? Что прикажете? Как у тебя по деньгам? Да я проще сделал. Так не надо, став. Одна нога здесь. Нет, надо деньга не покупать. Дорога зовет. Что надо? Побежали. Деньга нужны. Куда отправляться? Главное не опоздать. Уверен, Мерф? Да. Ну, посох уже на следующий тик, и отобьемся с ним. Хотя сомневаюсь. Ладно, я отменю пока тележки. Все, начал производство уже. Надо спешить. Я как истинный еврей дождусь этого трента еще. Давай, надеюсь, мой домик не упадет. Таки давай. А что производишь? Что нового? Ред, подскажешь? Что? Что производишь? Что у тебя там выходит? Может, что это, ну, воздушное там? Ну, не. Что прикажете? Очень даже обычная. На самом деле, как-то мы вообще не заперли. Побежали. Куда отправляться? Бам! Бам! Его и Пирс, и Сидж бьет по 70%. Бам! И второго тоже. Надо спешить. Сейчас что-нибудь пойдет другое там. Вот это, да? Ну вот это да, он должен что-то делать.
Там, правда, сейчас тоже они что-то поставят новое. Но он кинет что-нибудь на себя, или ты самый еврей? А ты... Вот, а? Всё. Надо спешить. Так. Так. Прокает, прокает. Я маленький, да, домик. О, слушай, у меня уже две идут. Надо спешить. Баллисты, баллисты пошли. Что нового? Дорога зовет. Так, и что-то баллисты как-то побафать надо чем-то. Да, ну вот, вот следующая он цель. Так, надо спешить. Что прикажете? Так, ну. Неплохо справляйтесь, смотрю. Пока что. Да. Ну, мне кажется, ли у них Акс? Да, так это не конкурент, все в порядке. Куда отправляться? Как скажешь. Тут единичные цели, это для нас халява вообще. Что будет следующее, интересно? Ну, вряд ли Эйр. Альбатрос. Я его нашел. Слушай, а может там ждут этого большого парня сразу? Габака? Ой, гритует он еще, да? Мне понравилось. Еще раз обманул. Ой-ой-ой, хорошо. А кто-то тоже гритует? А не. Все, бабки текут. Походу знахаря вызывали. Вызывали, вызывали. Вообще, на самом деле, можно было на 100% типа сразу шамана, потом каких-нибудь дракончиков и... Да, если бы дракончиков поставил, было бы здорово. Так, надо узнать, что он там строит. Там мана кончится. Когда там мана кончится. Где крит? Ой, где сплэш? Я тебя расстрою, там подходит третий баф. Ну, ты же смотри. И баллисты. О, волк, ты не умер. Хорошо. Ноль. Волк. Зубами щел. Блин, он походу копит на этот самый, на... На габлака? Да. Шаманы, аксы, габлаки. Куда отправляться? Главное не опоздать. Шамана можно апнуть, интересно? Нет, нигде. Не. О, еще моего шамана апнут, что верно. 264. Что нового? Куда отправляться? Короче, там в результате, когда этот тролль копьемет подходит, Хрим Хруса, у него дэмэджа от рента 0 просто. Угу. Ну давай, добери же. Ай-яй-яй, шавня. Дорога зовет. Они, походу, по нашей строте пошли. Ну вот бафни же себя, ну вот, потанчит немного сейчас, и вот оно пошло. Ой, что творит? А, ты еще одну катапульт не поставил? Да, смотри, работает, работает, страда. Чувствуешь? Луна, луна работает. Братан, я двух аксов чувствую. Да не, сейчас что, перемен. Бахнем, бахнем. Там еще две уже, они быстро строятся. Сильно бьют. Но главное, что лоситы мне идут. Что прикажете? Не, мне тоже нормально идут. Что прикажете? Дорога зовет. Куда отправляться? Там, правда, сейчас габлак выйдет. Вот она, проблема будет наша. Надо спешить. Вот этот габлак. Дорога зовет. Вот этот, да. Чувак, все, работай, работай. Вперед. Домики пора чинить. Так, ладно. Одна нога здесь, другая там. Готово. Друиды решили начать. Да. Куда отправляться? Бам! Бам! Катапульты чиним. Все, нет, катапульты. Блин, ну бахать же не вариант совсем. Может, купишь штуку эту? Что да, у тебя тоже... Там габлак. А, ну все, у тебя этот сейчас будет. Только там габлак все равно. На иглу напал. Что прикажешь? Надо будет взрывать. У тебя взрыв еще. Скоро у тебя этот появится? Ну нет, секунд 10 еще. Ладно, я хочу второго габлака дождаться, хотя вряд ли, да? Не, ну, вот там Акс, значит, идет. Домик упадет уже. Не упадет, не упадет, ничего не упадет. Главное, не опоздать. Почти вышел. Вперед! Ай, хорошо. Кодой такой. Дорога зовет. Он не дамажит, так что. Куда отправляться? Я прилетел. А вот и второй. Ну давай, габлака! Что такое? Или габлака нельзя? Надо спешить. О, зато так габлака можно. Так, бахнуть успел. Кого бахнул? Надо спешить. Того, кого надо. Что нового? Что такое? Надо спешить. Я покажу ей. Так, вот так. Опа. Не хватает дэмэджа. Дорога зовет.
куда отправлять? Так, еще тележек, срочно. Надо спешить. Срочно, хочешь? Больше. А может, это друида опутала? Что нового? Мне кажется, лучше второго поставить. Одна нога здесь, другая там. Готов. Я прилетел на крыльях ветра. Уже бегу. Походу, у нас домики посыпались. Мерф, надо было вышку ставить. Что же я не подумал-то? Что прикажете? У тебя скоро выйдет, молодой человек? О, второго гоблока сагрил. Правильно, почему нет? Священная роща осквернена. Что нового? Надо спешить. Что бы это значило? Что прикажете? Похоже, дорога зовет. Катапульта не тащит. Надо спешить. Так, ладно, Мерт, поиграли с ними? Давай тогда следующий нормально сейчас, правильно? Ребят, косичка у нас чуть не пошла. Да Мерт поставил дерьмо просто какое-то. Я прилетел на крыльях ветра. Что прикажете? Блин, вообще... а дракон, ты шо? Какой дракон? Вот это дракон. Он это, сплитпусить пошел. А, слушай, нормально. Ой, домик упал. Инком там. Я прилетел. Это все будет альбатрос, вон этот, он летает. А, там нашел. Дракон альбатроса нашел? Да, но альбатрос вроде к нам уже прилетел. Ну, это на следующий раунд. Я слежу за ним. Техников. Ну, тебе не повезло. А ты так это, стратеж, ты знаешь эту страту? Не. Я знаю другую страту. Готово. Да этих можно было и не там строить. Нормально. А что будем делать, если у них вот так сейчас пойдет? Да, это ж очень легко. Ну тогда ладно. Сейчас эти танки, может, зашли бы. Привет! Вот это вот заходит хорошо. А, лол, там кто-то не поставил. Зачем же я это? Спалился-то так. Так, олень, лягушки. Альбатрос у нас? Ищу его. Альбатроса нет у нас. Олег балуется что-то. Крипов стопит. О! Что-то не зашло. Нормально. Слышь, помнишь, я тебе план говорил? Какой план? Да, помню. А ты видишь, что у них вот это? Да, да. Ну давай олын тогда. Какой еще олын? Ну все равно этот план делаем. А ты в каком плане-то вообще? Ну, чтоб ты... Ой, там сразу... Слышишь, там сразу вышел с этой... С дивайн-армором. Не, забей. Это такое. Ну, хуй знает. Типа выходит такой аксик под бафами. Нет, это не сработает, по-моему. Слушай, а по дивайну все равно нормально шаман бахает. О, башек. О, еще что-то. Я не понял, что это выводит. У меня, короче, тоже катапульт есть. Light armor. Катапульты потом в бой пойдут. Пока что привет. Да что ж ты будешь делать? Просто столько на них что-то переводится. Бери посох. Посох. Хотя посох. Опа! Какой посох, нормально. Надо подождать, посмотреть, что они еще построят. Они нам домик новый построят после этого? Построят, обязательно. Привет!
Блин, какая у них вонючая комба. Надо узнать, что они дальше будут строить. Так, Дивайн пошел там. Это Хиро. Ну да, Хиро. Так, сейчас прибежит и в троллей. На, куда ж ты? Да, по Хиро Армору с плюс 7 он так себе бахает. Ладно. Я этого не хотел. Нет, бог, мне придется. Готово. Блин, сейчас походу домик. А, нет. Ребят, не желаете новый? Если еще я бахну, Мерф. На, там Чаус атака, конечно. Короче, я да, я бахну. Бах, бах, смотри, вышел. Акс, акс, акс вышел, он очень живой. Ему пизда. Я вон еще одного подожду. Помните бота, который бахнул перед Редом? Лучше б я сейчас бахнул. Не-не, нормально, нормально. Так, ну все, у меня ультимативная. Блин, как же они слабо взрываются под этим армором. Меня законтрили. Похоже на войну инвалидов, если честно. На что, битву инвалидов? Да. Инвалид победил. Похоже на то, что у нас домик падает. Кулинг Блейд. Ой, хорошо. Найс стил. Не, домик сейчас починится. Но у меня юниты сейчас выйдут нормальными. Че, где лед? Кто там лед кидает? Ой. А че, где лед? Так что я что-то путаю, или он может что-то юзать? Просто так, просто арморд. А, то есть у него нет, да, этого? Фемочки, ну, кубика. Есть, но он, типа, там шанс. Понял. Чего, за что в оленя так убили? Я хз. Да, он просто не в том месте, не в то время. Мерф, пора искать альбатроса, у нас все отлично. Да я вот занимаюсь этим. Слушай, твой Акс ебал все стилить. Ну так по Аксу, знаешь, как ульта? Да. Он на ауру работает. Так, ладно, что там? Там скоро что-то поставят, и походу это что-то жесткое будет. Я хз, на чего не копят? На ЦМ-ку можешь. На ЦМ. На дракона можешь. Там не под кого. Такай. Вот. И ребята начинают вгрызаться. Хозяин. А как тебе план, ураган? Мы, короче, сейчас все отменяем, ставим кучу вышек и фармим. Не, по-моему, план говно. Там что-то поставили. Наши воины вступили в бой. Так, ну и что там? О, прошло. Дракон, ну. Это я знаю, что делать. Готово. Я уже рассказывал, что у вас такие синева. Да не, все у нас нормально. Лол, так ты это забыл, что... Давай. Два гриба спасет. Не-не-не-не-не. Я говорю, тогда у Габлака стояло два гриба, и он дефил 4 этих твои вертолетни. Так, если мы оба массовать будем, там просто леса не хватит все делать. Ой, хорошо. Давай, 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 доверься мне. Какашка и пахнет. Наши воины вступили в бой. К взлету готов. К тому же, там они пока еще их не будут сейчас. Выращено. Ты веришь мне? I'm all geared up. Ну, одну игру еще можно поверить. А вот и ЦМ-ка. А вот и гриб. Все в порядке, все будет. Главное, вера.
Я, кстати, рассказывал, что у моего эры урон Пирс, который вообще не бьет драконов. Так, да тут ЦМ-ку бьет. У твоего вертолета, кстати, тоже похожий урон. Нужно больше золота. Я, короче, прям так. А что за бандит? Так, да-да-да, о чем речь? Готово. Наши воины вступили в бой. Только это, скорее всего, надо будет бахнуть, потому что там уже скопилось много драконов. Сообщите задание. Это все больше, скажу, там грибы еще летают. Да, грибы скоро перестанут так сильно мешать нам. Ну, вон, ЦМ-очку там 13 левел заработал. Что домики вроде падают, да? Это, ты взрывай, слышишь? Во-во-во. Наши воины вступили в бой. Нужно больше золота. Нужно больше золота. Готово. Наши воины вступили в бой. Короче, наши птички не чувствуют. Сейчас посмотреть, да, на этом? Воздушное превосходство, у кого там будет все дела. Главное больше, больше меров. Грибов больше? Не-не, не грибов. Грибов там 3-4 максимум будет, все нормально. Ребята, я смотрю, это серьезно взяли. Опа, готово. На город наших союзников. И привет. У нас какие-то воздушные битвы. Мне нравятся воздушные битвы. Фемочки нравятся. Блин, мы что-то по двум фронтам постираем немного. Тебя знаете, какой гриб уже пошел? Почем? Какой? Третий. А сколько стоит? Сколько стоит, короче, гриб леса? Дешево. Сколько? 190-350. 350. Куда летим? Слушай, ну походу не сработало все-таки. Ну ладно, ладно, ладно. Ну хорошо, ну что ты так смотришь на меня, Мерф? Ну хорош, ну завязывай. Сейчас будет все. Я не хочу ничего говорить об этой игре. Давай в следующей игре план придумаю я. Да я просто надеялся, то, что он дорогой на самом деле. Типа и его хотя бы один гриб и два здания, например, надо ставить. Это ты про своего тиммейта тогда? Нет, я про гриб. Ты же не гриб, правильно? Так, пока этот туман спал, пошел искать альбатрос. На город наших союзников напали враги. Я помню, играл какой-то ЦФР, где там, ну, какие-то монетки по карте разбросаны. Да, это но мод. Это мод такой есть, но это, по-моему, такое себе. Эти монетки искать. О, у тебя любимая твоя. Да? Чё ты во что? Давай ты это. Суккубов, а я вот эти. Да. Да. Боишься? Да, ну все, погнали. Мерв. Самое время для пятериков. Все правильно. Взрывает. Или еще не до такого. Что-то Андрей походу пятерых дал и свалил. Да, все нормально. Падениц. Не лучший выбор. Угу. Так и быть. Не лучший выбор. Угу. Ты чувствуешь этот скилл, Мерф? Так она все равно что-то быстрее. Думаю, забольше. Сейчас Даня не бинется на кнопочке.
почему не биндите? Я вроде сделал. Да, биндите. Мер, ну вот, видишь. А, бля, ну пропёрся. Колбу, пожалуйста. Пропёрся. Она не должна танчить. Не стесняйся. Она DPS. Я не. Ну ладно, там следующий подходит. Опа. Как ты, не успела закинуть и выживет, нет? Бля, они сейчас убьют ее. Не стесняйся. Смотри, мой убивает шамана, а твой убивает грунта. Да почему ты такая быстрая? Обычно ты что, тупая? Бежить не хочется. Ой, миссия все. Да, ты, там, ты глупый, что ли, пиздоктор? Сейчас колба прокнет, смотри. Нет? Ну, плюс 10 прокнул. Вот он после. Отменять пора, отменять, Мерф. Мерф, не ведемся, отменяем. Сейчас точно не пропущу. Раз пирсинг дэмэдж, да. Почему-то. Ну такой ниже пика. Пирс, пронзающий. Так, Мерф, у тебя есть на что копить? Да. Много денег. Ну много, это слишком много, там 700 надо будет. Я, короче, такую хрень поставил. А я не помню, что она делает. Она здание убивает? Нет. Было бы слишком круто. Так. Так я запустил своих, а то он там... Не запускай. Да вон уже идет Акс. Да это не Акс. И у него скоро больше Акс. У меня моя хрень все этих разберет. Ну то есть ты хочешь всю голду себе? Видишь, бах, нету его. Так я еще и апнул. Так, отлично. Ну так к тому, что я подрался бы. Иначе ну, я просто давай. Поставил бы здание на НК. Давай чуть запустим. Что? Боишься? Опа. А овца. Ты и такое поставил, или это оно же все? Так оно все, оно рандомно делает. Ой, и бьет еще хорошего. А, это тоже моя штука ему бафнула. Ага. Там это разные варианты а есть. А твои скоро? Правда, я красивая. Да. Он надеюсь будет с этого бить, который поближе. Бля, ну зачем он бафнул его? Он второго бафнул! Третьего бафнул! Мерф. Я что-то с перепугу, я не понял, что это здание поставил так, чтобы побольше юнитов у нас было, а что-то я понял. Мерф, я их просто набафал. Кто его позвал? Я блин, так я виноват, что я их баф. По-моему, отменять было очень плохой идеей. Походу, да. Так как ты виноват, ты взрываешь. И этого бафнул. Волк, смотри, волк, бафнутый, блядь, бежит, сука. У меня сейчас уже будет. Раз, уходить. Два, три, четыре, пять, шесть, семь способностей, восемь способностей, он всех пробафнул. Взрывай. Он, блядь, всех пробафал. Там 8 способностей, блядь. Так отменяй, типа, и когда надо, подрубай. Нужно больше золота. А то если нашего может убить? Нет, он только вражеский. Больше золота. Ай. Ну, оставься в покое. Боишься? С башни не вышел. У меня нет. Правда, я красивая. Не лучший выбор. Готово. А ты домик чинишь? Да. Да, чинишь. Короче, походу настало время бобстеров. Каких еще бобстеров? Наши воины вступили в бой. Ну это бобстеры, скелеты. Так это какие бобстеры? Это лобстеры? Ты шо? Не, это бобстеры. Понял.
Если тебе инфа, что если мы еще раз отменим, мы второй резк потратим. Не, давай больше не будем отменять. Действительно, была не самая лучшая моя идея. Вообще, ты мог уже это самое. Он 725 стоит. Кто стоит 725? Ну, ты про гидру или про нагу из-за врага? Не, я про нагу из-за врага. А, так я этого хотел апнуть, у него типа клиф все-таки нормальный появляется и криты. Мегаблакшера убедил. Сейчас кто-то выйдет, посмотрим, что с ним сделают. Сейчас бафнет. Ну-ка, давай бафни. Что это было? Хрен его знает. Это можешь типа пуржать что-то? Нет, там пуржа нету. Там есть такая штука, что типа ничего не случается. Есть инф... Ой, я что-то криво строю. Ладно. О, там Ахе вышел. И этого поставили, Магнуса. Опа, найсец. А можно вот сейчас Магнус выйдет и его хекс? Работает так, желанием? О, мутация. Так, Магнуса говоришь, да? Ну вот он уже на подходе. Не лучший выбор. А, нет, там Аксон дамажил на пол. Правда, я красивая. А миссия Аксон. Не лучший выбор. Готов. О! У них, кстати, альбатрос. Че это значит? Должен настораживать. А, слышь, но он двигается в нашу сторону. А, нет. Ну вот, Магнус вышел, он опять к ним. О! И опять к нам без фикса. Блин, я отвечаю, альбатрос рабочая тема. Боишься? Тьма. Ой, его запур... Ты видел, что произошло? Чего, его запуржили? Да, и он из хикса вышел. Его запуржил, нага запуржила? Же... Да. О, бафнул шамана, хорошо. Ты бафаешь их, а я пуржу их. Тема вообще. Нормальная, да. Смотри, что даже под посохом пушим. Ну так конечно. Не стесняйся. Все есть. Опа, стан. Пурдж. Ой, нага. Ладно, новая нага. Давай. Я положу эту топку. Тьма зовёт. Я ж тебе говорю, рабочая острота. Блин, такое зарез. Сейчас спою. А, так ты прямо вот так? Да. Ну, типа, мне вторую нагу то можно влепить. Опа. Я что-то не хочу майнд-контрола, то я помню, как я воровал крипов, которые грибы влетали, а здесь я буду воровать, я не умирать буду. Да хватит. Пиздец происходит. Смотри, мы домики почти починили. Ну вот, а у них еще пока разрушены. Древо выращено. А, не вот. Свой домик. Чуть короче, чуть. Рабочая страта. Ну-ка, пойду чек на альбатрос. Смотри, я домик падаю. Ай, что ж такое? Бои сатир, смотри, объясняет, не? О, Магнуса бафнул. 1600 хп. По-моему, кстати, он неплохо взорвал. Типа, сильно так подворачивал. О! Так, о, у них СМ-ка вышла. Блин, СМ-ка-то умеет, магёт. Я, слышишь, я тут подумал. Он же не может... Ну, когда он приручит, это будет уже мой юнит. А кастом мгновенно происходит. Да, так что вряд ли попадет. Это все-таки не гриб, который летит. Хотя там это моя хрень СМ-ку, по-моему, убила сейчас. Просто так. Так, нормально, бафнули шамана и запуржи. Это шапон. Так, плюс 16 там заработал. Я тоже за Магнус 16. Все, пошла катка.
Вон овца идет у нас. X-мастер называется, представляешь? Но это Мерф, просто я вижу, как ты это... Так-то да, но... О, я это... Магнуса забрал на 15 хп. Правда, я... Теперь банил ты? Да. И все, он спас их сразу. Вот смотри, это аура стоит, строит. Тавр уже, отчаяние, отчаяние. У меня уже третий тавр этот пошел. Короче, надо походу контролить, переманивал эту подумку. Да, забей. Бля, что тавр слабоваться запустит. Там два хикса, бафнул акс, но... Все равно боль. Ну, лобстер я хз. ОЦМ-ка в хиксе, что за дисбаланс? Так она, на нее все маги работают. Катапульта под бафом. Катапульту забрал. О, чувствуешь? ИРС и строение, крипспаун, там все дела. Боишься? Правда, я наши красивая. Воины вступили в бой. Так, ну что, финальное решающее? Как там Вилат говорил в пятой игре International? Ну, блять, точно он не так говорил. Да-да. Чё, по строте может? Сделаю. Понял. Готово. Угу. Да. Чё надо, хозяин? Ну... Но я по-другому на этой расе играю. Угу. Ну, я чего даже не хочешь? Стоп, а я не понял, да-да. Ты это чего поставил? Троллей? Нет. А, вот таких? Так они хорошие. Не, ну, по идее, арчерок никто первыми не ставит, поэтому да, они будут нормальные. Блин, я на самом деле ни одной раз не прокнул, за который я хотел бы поиграть. За кого, например? Опа! Зато там снайпер. А, ну нормально, у меня хотя бы этот армор хороший. Говори, вождь. Ну у меня тоже армор. Не, ну ты хорош. Там вроде нормально сражаешься. Но у тебя грейд дешевый, намного сильнее становится, а у него нет. Блин, ты же со стилем. Так это же здорово. Ну у меня были бы уже лава. Ой, ты еще и птиц копишь. Птица. Блин, мне по этого добить очень надо. О. Наши воины вступили в бой. Короче, птица нормальная тема так-то. Блин, ему на самом деле, по-моему, не заперло чуть на снайпера. О, они домик чинят. В плане не заперло. Он там что-то не ставил, может сейчас марксменов поставить, только тогда твои будут бахать. О, хэви янер поставил. О-о-о. Да. Я понял. Хорошо. Да типа он моих, конечно, будет пробивать жестко. Причем очень жестко. Причем Мерф невероятно жестко, я бы сказал. Ну, по-моему, они пока не добежит. Так, что же мне ставить-то такое? О, у них пас. Ну, мы помним, да, то, что отменять это... Короче, я знаю, что надо делать. Они сейчас пропушат просто. Блин, этот грейд стоит 140, но эти сержанты становятся настолько жестче. На ну не граната хп... мощная очень. На 200 хп и дэмэдж почти в два раза больше. Плюс они здание мощные, у них хаос атака и граната еще. Вот, вроде как должен снайпер выигрывать, но по факту... Хотя...
Не, один, может, и не выиграл бы. Топи. Я на победку ставлю. Что там? Правда, я квадраты не сочетал. Я думал, там как раз поставил в 3 квадрата, но в 4, то есть. Готово. Хорошо. Так, а сколько стоит? Блин, немного не хватает. Там вот так сделаю. Хорошо. Готово. Взываю к силам ветра, земли и огня. Вообще? Так, ну, он вообще, очень, да, даже хороший. Для этих игр. Ну, он, наверное, этих будет. Там сейчас марксменов этот, скорее всего. Так не, они тут при чем? Я про другого. Не, я понял тебя. Вот это сплэша. И на хайграунде стоит. Что за читер? Бам. И в линию. Блин, он еще и в линии бьет. Не, на самом деле этот грейднутый, этот очень жесткий юнит. Он псиблейды не контролит. Ну вот, да, тут парень. Ну типа это не меняет того, что я его буду очень больно пробивать. Да, и он тебя, и ты его. Там сейчас так может скопиться на самом деле. Лол, бафну что-то решил? Молодец какой. Наши воины вступили в бой. С удовольствием. Готов. Да-да. Ой, смотри, все горят. Мой, правда, тоже горит. Все, у меня мощная штука появилась. Не вижу, куда. Наши воины вступили в бой. Да-да-да. О, Грюнта бафнул. На самом деле, Грюн... Грюн должен быть сейчас апгрейдженом. Куда-нибудь в Аксика, чтобы убивать все это мясо. Впитывать. О, шаман грейдженный. Блин, если танк забафает эта штука, то это вообще будет жесть. Опа! Мне кажется, если него сейчас минус армор не будет вешать, да, вот это. Хотя ему похуй на минус армор вообще. Абсолютно насрать. Шаман бафнул. Еще баф. Еще это много. Надо, чтобы танк бафнул, эта хрень. Нужно. О, сержанта на криты. На криты и эвейжен у него есть. Все бы хорошо, но устав этот. Хотя танку насрать, в принципе. Не особо. Блин, как поставить теперь? Ну ладно, сейчас там минуты уже пойдут, интересно. Ладно, я так поставлю. Опа, а там... Вот сейчас у нас начнутся проблемы. А чё там? Там Галя Хорн. Хотя у нас тоже бафы нормальные, и хэви танк не пробивают эти ребята. Но шах и мат. Пис.
сорк там пошла. Наши воины вступили в бой. Так, сколько эта штука стоит? Ни хрена себе, сколько она стоит. О, Мерф, вот это вот очень хороший выбор, по-моему. Жить! Это вторая сорка еще. Не, ну сейчас они, конечно, по-моему, пройдут. Хотя... Хотя... Блин, ну какая молния. Пошхил, хилочек. Хилочек, нет, хилочек. Сплыша, дай! Хилочек. Дай! Маны нет у них. Хилочек. Хорошо. Реально, Аксмастер. Наши воины вступили в бой. Ой, там Блейд. Слава богу, он хоть первый подбаф, а второй бы вообще развалил. Готов. Смотрите, я его развожу тонко, чтобы он деньги потратил на ап. Так. Ёбаный рот. Так вот у меня голема все равно на варлоке. Ох, как ты сплэшанул вовремя. Древо выращено, знаешь, что это значит? Что это значит? Ну, это можно заканчивать. А-а-а, ну да, все. На этом, походу, игра и закончена. Блин, как там Блейд режет, а? Наверное, поверьте, если там что у вас там вышло, но... Интересно. У нас очень интересно. Вы такое пока что не контрите. Готово. Сейчас только оно выйдет еще. Но же когда-нибудь обязательно выйдет. Слушай, у них приз. Ну, приста Виверна будет контрить сильно. Жду приказаний. Да. Типа она там фокусить только его, его, в принципе, в приоритете. А можно он не будет хилиться? Вот смотри, он такой, оп. А, нет, тут еще это. Как-то вот он сейчас идет и это... Ну, хотя нет, вроде более-менее идет. Если он сейчас танк протанчит, то изи вообще будет. Он на Виверну отвлекся. А может его и баф не големчик, а? Так, а... Бум. Я не уверен, что работает на него баф. Бум. Бум. Но тут уже просто... Бум. Пошел. Я, короче, одного только не знал, схитил юнита. Бум. Ой, там Блейда, который... Ой, что творит, что творит? Но... Это, по-моему, ничего не творит. Слушай, какая там скорость атаки? О, слушай, бафнул на крит. Давай, Васса! Жалко, у нас 40 нет. Да, похилить бы. Хотя... Хотя тут, по-моему, и так нормально. Тут хил особо и не надо. Как сейчас там ДНД же, да? Да, слышь, ДНД. Сейчас там второй уже подходит, по идее. Отвлекают от победы. Это первый РС. Так. Ой, я еще его бафнул на демолиш. Правда, он вряд ли здание будет. Так, ну, по-моему, он будет сейчас здание бить. Да, этот парень под Галахорном может. Вроде бы там еще эвейжен. И сейчас, смотри, скоро здание начнет. Ну-ка, вот сейчас в Галахорн пару тычек. Не, рано еще. Вот там мортира свои здания ломает. Наши воины вступили в... Бля, что он творит? Ну давай, здание. Бам! Просто кусками. Его нужно одного взрывать. А тут-то...
Да. Так я еще поставил баф, по следующий вообще будет. Это ваш легальный вообще? А я еще вот такую штуку купил. Какую? На 66? Да. Так нет, ты не тут тащил. Не, нормально, нормально. Просто скажите, легальный или нет? Легальный, легальный, хороший юнит. Очень даже неплохой. Бум. Он просто идет, делает бум. По любому юниту. Отваляться, да, не, ну отвали. Смотри, стоит снайпер. Хиксите. А, его не нельзя хиксить, он да? Он стоит 40. Блядь. Я облажался, да финок не выбили. Снайпер. Мерф, ну, изи катка, по-моему. Будете еще? Я еще поиграл. Я за. Ну давай, давай, давай попробуем. Я пока 3 минут попущу. Я сейчас наберусь опыта, чтобы эти большие батады не сливать катки. Короче, походу за механиков, если пропрет. Да не, механики нормальная тема, вот у них да эти двоюники. Да им вначале очень тяжело. Ну, как тяжело? Грейжен это чел, а он довольно быстро становится грейженом. Он разносит, реально, жестко. А что строить вообще, чтобы это, ну, что-то с ним делать? Если его даже зафиксить нельзя? Какой-то чаус, типа, наги или там, не знаю. Чаус атака, да, нужна, чтобы потивайно пробивать? Ну да, у вас у пристава он была, но его явно было недостаточно. Не знаю, если под рутами, типа. Ну там, блин, еще дело в том, что на этом големе баф. Это вообще беда. Там, по-моему, все бафы. А что за баф? Что он делает? Плюс 400, по-моему, хп, что-то плюс атака, плюс защита, плюс хп реген. Еще какая-то способность. Давайте только последнюю, наверное, что-то спать уже хочется. Я не помню ник твоего друга, Рамсон или что? Сейчас скажу. Рассолом. А, я Рамсону кому-то зашел. Не, Рамсону отфолде. Рамсон. Так, я втолкал. Ну, Мерф, поехали. Вот так думаешь? А, ты шафлишь. Мерф, все изменилось очень сильно. Меняемся сторонами, все дела. Тебе сказать, что я не шафлил, а стороны менял? А, я понял. Ну, переход, типа, теперь МЗП. Не, все правильно. Все правильно. Ну, походу, у нас best of 3, я так понял. Хотя, если мы сейчас проиграем, то будет лень играть следующую. А, ну, мы Рамсона позовем, которую захолдили сначала. 3-2 бахнем с Рамсоном. Так, надо Олегу сказать, что писать. Сейчас посмотри, самая ждем. Быстрая пауза в мире. Пальцы помнят, как это делается. Ой. Короче, что там? RR3 Fov минус... Минус... Короче, напиши ты там, я не знаю. Я написал. Он курить, наверное, пошел. Не, он не курить, он походу в это... В конференц-зал. Олег. А, Олег? Да? Посмотри в чате, там написать надо мод и вот это вот все. А я должен что-то писать еще? Да. Да. И потом какая-то напишешь у себя, можешь в чате минус кип написать, чтобы не ждать. Мы же не любим ждать. Так, ну все, поехали. Кто со мной? Чего желает? Шалом. Понял. Ладно, без фана. С радостью. Постройка завершена. Я отменил на секунду буквально. На один кам. Все, я погнал. Чего желает мой повелитель?
Их еще столько никто не видел. Я вот так хочу. Я жажду служить. Так ты это типа ими впитывать будешь, а я, может, на маздемочку это? Да. Я не уверен, буду ли я ими впитывать, но посмотрим. Потому что на самом деле у тебя типа есть всякие, которые эти тоже нормально. Мощные ребята. Какие очень мощные. Ну вот он. Да у меня там все очень мощные. А, ну так ты его и поставил. А у меня супер танк, который кроме магии все истанчит. Хотя даже ренджа мага, он нормально. Плохо идет. Ты что-то его не получил? Ну, у меня же не настолько силен. Значит, надо было отменить меня. Сейчас немного. Ой, шикарно. Только если бы мой футман бы еще потанчил. Мертвые ждут. Добьют? Давай, давай. Какой крит! Так, блочить, блочить нормально. У них Блад Эльфа есть еще. Блад он, эльф. Правда, ничего не строит. Он, походу, супер фаст сорки. Не, он построил. Суперфасторки, это, по-моему, это ну слишком. Мне кажется, тебе так. А или он ждал, что будет у меня и поставил вот этого хрена. Слушай, а скелечки-то терпят от него, я тебе скажу. Хотя не особо ты терпишь. Ну не мешуй. Хватит. Хватит. Бля, это так бредово, что этот парень жду с писами. Я по нему мешу и по всем мешу. Так, сумонь, братишка. Пожелает мой повелитель. Так он назовет разве это... Постройка завершена. Не сдох? Ну, как всегда, начинается. Слушай, может отменим рили? Ты помнишь, что было в прошлый раз? Ну, мы же сейчас просто им столько нафидим. Ну, можно перезагрузить. Давай отменим вот на 30 секунд буквально. Засекай. Все, засек. Это как 6 станов Чаус Найт на 4. Почему не ставится домик? Точнее, не 6, а, блядь, больше. Ну, не посчитать. Короче, ладно. Короче, пора запускать, слышишь? Ну, давай. Пора. Он, кстати, даже посохом не фармит почему-то. Слушай, у тебя Дефендер что-то вообще лютый какой-то. А у него-то миссов очень много процент. 15 целых. Понял. Действительно, до хера. Не, на самом деле, он... 50% дэмэджа рефлектит. И... 50? Да. Ну, шанс у него. А, понял. Типа он от ренджа еще резистит 40%, не шанса 100%. Кстати, магический молодец. Урон 50% резистит. То есть давай посчитаем, 175 делим на 2. Лол, так это вообще имбанутая какая-то юнит. Я что-то не хочу. Я размышлял. Не, ну смотри, он типа пробивает, должна магия пробивать 175, а его бьет 88%. Ну и отлично. Ну вот, они тоже отменили, слышь, крысы! Отменяй! Я к вашим услугам. Они не отменили. Они тоже на 30 секунд отменили, слышь? Хорош, палитесь из этот стрим, Олег. Я не палил стрим. По-моему, они нас просто слышат. Вот такая инфа есть. Да ну, брось. Давай, короче, вот так. Как? Запускаем. Прольется моя кровь. Окей. Я жажду. Хотя, слышь, по-моему, мы серьезно запускаем. Или запускаем. Исполнюсь радостью. Ваша воля исполнится. Стройка завершена. Чего желает мой повелитель? Блофт, фистер. Че, кто взрывает? Склоняюсь перед вашей волей. Или у тебя на посох есть. Да свершится предначертанное. Почему домик не стреляет? Чего желает мой повелитель? Они, кстати, ничего больше и не поставили пока еще. Они, похоже, копят на что-то. А вот сейчас кекс... Ой, кекс, ты не кекс, ты Мервинг. Мерв, сейчас мы перестанем отпускать. Давай, это самое. Отпускать. Сейчас будем строить, сейчас пропушится. Мертвые служат тебе. Опа.
Скелет герой. Блин, а нам это глейвами маленькие домики и большие домики. И домики, домики. Сейчас Defender выйдет, разберется с ним. Жизнь зовет меня. Какова воля тебя, жду служить. Все, Мерв, пора, короче, сейчас нам очень плотно наседать на них. Так это 160 вроде стоит. Да, но пока не из кого трупы делать. Можешь из меня. Ой, блядь, хитрожопые, типа ППЦ. Да пошли до конца уже. Давай. Падать сейчас я хаос атаки настрою здесь. Домики обрушатся. Блин, вот если у меня было... Скинь мне 30 дерева. Я, увы, не могу. Не работает так ты. Акс атакс. Слушай, Акс, я слышал... Акс! Слушай, Акс, 40. Ты что это ж? Я к вашим услугам. Некроманты вроде бахают. Жду приказаний. Мертвые ждут. Слушай, твой снайпер просто ёбаный стиллер. Чего желает? Бен? Жизнь за меня обычный. Тьма зовет. Чего нас напали? Мертвые служат тебе. Ты понимаешь, что в результате нас придет где-то 4 сорки? Да, я понимаю, что у нас проблемы. И где-то столько же аксов. Жажду служить. Ну ладно, аксов причем может 3. С стафом мы здесь жду. Не разберемся, потому что там хил. Звали. По-моему, пора уходить в лейт вот этими скелетами. Склоняюсь перед вашей волей. Не, мне надо этого лича поставить. Ну, типа мы на инкаме еще. Акса надо убивать, ну сдохни же. Скелеты пожалуйста. Воспитывать, по-моему, будут. Вот это вот мерк, я даже не знаю, что сказать. Там просто его раздербанят. Вот там второй пришел. Убей! Хорошо. Мертвые служат на нас напали. Мерв, я буду бахать. Склоняюсь перед вашей волей. Чего желает мой повелитель? Тьма зовет меня. Я жажду служить. Помнишь, я про 4 сорки рассказывал? Да. Четвертый идет, я думаю. Какова воля тени? Жизнь за Нерзула. Я Акс хочу подождать еще одного. Давай отменим просто. Где прольется моя кровь? Отменим или отменим? Акс идет, все, можно воспроизводить. Где Акс? А вот это? Постройка завершена. Жду служить. Грейданул. И все. Блин, хуй знает. Вроде. Ладно, давай вот так. Кадой просто жрет хэви ганнера. Где прольется моя кровь? Ой, сейчас я ганнеру не завидую. Сейчас один сплэш минус пол хп. Вниз. Склоняюсь перед вами. Тут скелетики. А у тебя сколько до леща? Жизнь за Нерзу. Очень недолго. Но я тогда подожду. Тьма зовет. Я жажду служить. Постройка завершена. Жизнь за Нерзула. Я жажду служить. Где прольется моя кровь? Так, надо Ctrl 2, Ctrl 1. Да, у тебя уже эта штука есть. Вот они пошли, ребятки. Так, а кто нам атаку? Какова воля тени? Чего желаешь? Грейжлы. Блять, это на самом деле так неприятно для скелетиков. Где прольется моя кровь? Постройка завершена. Если ты, кстати, будешь говорить, сколько до леща, будет вообще круто. Да мне лень, лол. Ну а мне, думаешь, не лень, так 2-1 тыкать.
Да, поставь на автокаст, и все нормально. Так я ж на победу. Короче, сейчас будет выходить. Забиньте просто на двойку и кликай на него. Ты ж когда на развитие играешь, кликаешь просто так на мейн. Да. Я и так спамню, как идиот. На нас напали. Я разберусь. Постройка завершена. Короче, а Defender это ману слабо. Я к вашим услугам. Ой-ой-ой, лич накидывает. Так, что блин, это так? Слушай, лич вообще бешеная скотина. Выходит это, да? Твой. Да, сейчас выйдет. Блядь, это... Слушай, лич под бафом такая бешеная тварь. Ой, смотри, кого забафал, всех забафал. Что-то не... Ну все. Чего не, я желаю? Не знаю, что против Голохорна делать, это такая имба. Ой, не то ставлю. Склоняюсь перед вашей волей. Жизнь. Все, дальше по старте ФНГ я пошел. Да свершится предначерт. Постройка завершена. Постройка завершена. К вашим услугам. Жалко, только я скелетов не могу бафить. Чего желает мой повелитель? Ну, ничего страшного. На нас напали. Вот они, армия тьмы. Жизнь за нужно больше золота, повелитель. Ар. Да свершится предначертано. Лол, где третий? Да жажду служить. Вот выходит. Что-то. Я почему-то птичек не затаймил. Там каким-то хреном диспелится, типа. А у нее бабахнет, что ли? Да свершит. Бабах есть один. А скелетики-то все равно плодятся. Я ждал этого второго лича, как же я его не дождался. Размышлял. Жизнь за Нерзула. Она сломали. И скелетики не дают просто атаку согреть. Ой-ой-ой. Камбэк. Да. Постройка завершена. Скелетов все больше. Спалится такое. Дефендер уже замахнулся под победной рукой своей. Я жажду служить. Исполнить. Постройка завершена. Короче, страта ФНГ рабочая. ФНГ. Не хочу, конечно, хвастаться, но, по-моему, Голохорн просто вытащил сейчас это. Да Голохорн все игры выигрывает, это понятное дело. Это хуманская хрень, это тот, который дает скорость атаки. Чего желает мой победитель? Бля, дайте мне нормальной расе поиграть. Поставь что-нибудь плотное. Не, не, ну, блин, я хочу служить. Это. Можешь поставить все-таки первых своих? Не-не-не-не. Ну, окей. Я жажду служить. Ты только пока это не производи там на свет никого. Где прольется. Ну, мы в какашке будем. Ну, будем и будем, ничего страшного. А я могу поставить этот, School Pite, и твоих ребят будут делать себе подданных. Да не, забей, если бы ты сделал, типа, ну, мои бафались бы, и вообще имба была бы. Там. Мы бы очень быстро спушили. Там. Сейчас на стриме гляну, кто у них. Давай. Короче, не их, андет и орк. Я жажду служить. Понял. Где прольется моя кровь? Сейчас против воздуха какого-то зайдет. Не, увы. Но он пацанчик... должен, один в один он должен. Не, у этих... О, здравствуйте, здравствуйте. Поклоняюсь перед вашей волей. Ну... Исполню с радостью.
Ты зря на самом деле начал выпускать? То, что блейдмастеры там не простят вообще. Ой, как же они их не простят? Хотя не так уж крепко. Короче, блин, на самом деле, половина будет. Все-таки пуджика. Смотри, что сейчас будет происходить. Просто смотри. Чего желаешь? Тебя сразу расстроить и сказать, что вот у этого парня есть Чаус. Ничего страшного, мы сейчас пропушим. Бах, бах. Не бей моего тролля. Бах. Сейчас уже вторая выйдет. Хотя у третьих парней у них, короче, урон увеличивается с каждой атакой. По-моему, если они троем бьют, то это очень больно. Склоняюсь перед вашей волей. Ну опять он этого убил. Надо, чтобы ты добил срочно. Нет. Да и этого можно добить, постараться. Опа! Пошел. Не, ну вроде пробиваем потихоньку. А мы домик чиним, главное. Блейдмастер бьет. Да, домик чиним. Моя кровь. Мне надо будет следующих на секунду задержать, походу. А, нет. Ну. Размены на грани. На грани. И вот он. О, вот он. Вот он, фуловый. Пошел. Правда, по-моему, все равно всех не убьет. Ну. Что творит тролль? Подолетел. Ну, хочешь быть? О! Все. Так он еще первый на МС побежал. О, слушай, там загрейдили будет кипера. Так он просто именус армор, да? А вот Блейд спасибо сказал. Склоняюсь перед вашей волей. Там еще лопаются юниты, которых убьет. А знаешь, что я тебе скажу? Да. У меня деньги, оказывается, есть. Так у меня тоже На нас напали. А ты, кстати, загрейдил троллей? Так я их сразу загрейдил, там 80 грейд стоит. Понял. А можно у вас хит? Нет? Не, сори. Жажду служить. Так, а чё бы мне такое сделать? Что бы такое... Ну, блин, скелетиков не вариант на самом деле делать. Да, там повелитель. Второй Эльдор. Чего желает мой повелитель? Постройка завершена. Кто там второй? Эльдер. Постройка завершена. Два Элдера? Нет, ну, апнутый. Апнутый БМ. Так, ой, ну ласкит. Это поставил. Непонятно. Ну ладно. Боль. Притом палка этих подруг вообще не пробивает. Слушай, так это им реген еще получается. О, ластит. Нормальная тема. Не регенятся, им вообще все пофиг. Кто вас сейчас после берет? А, уже вижу. Главное, чтобы он бафнул вторую баншу. Блин, еврей. Баф, не снос сдох. Жажду служить. Может, троллит домик добьет и баф получит. Ну, было бы неплохо. Постройка завершена. Подумал я, что строить. Все равно ничего лучше не придумал. Так можно это мастролей? Почему нет? Ну типа их разбивают очень сильно под минус армор. Вот там этот, слышишь, лайтинг поставили. Хрень. Такое.
А. Который да это не... чушь, ведь она магия бьет. Ну типа по тому, который я поставил, сейчас будет еще бить. Да, это было бы получше. Кто взрывает? Вы можешь паузу поставить? Ага. Все схвачено? Все, понял. Так, ну и... А, ну все, по стандартной. Дальше по стандартной. Постройка завершена. Нормально, нормально. Надо что-то придумать на тот случай, когда у них сейчас орки пойдут. У меня есть один план, но он да, стоит... Да, по-моему, сейчас тут большие проблемы, потому что им опять придется бахать сейчас. Хотя... Бам, взрыв. Бам, взрыв. Бам, взрыв. Ебать там накидывает. А, ну это не грейжен, ребята. Не, ну страта ФНГ, она не прощает как бы такие ошибки. Не, так он вообще, мы-то играли 3 на 3, и он с самого начала поставил скулпай. А, так это нормально, я так тоже делал. Мне здание очень сильно нравится. Моя жизнь принадлежит Орде. Чё скажешь на это? Good for you. Good for you, I guess. I guess? I guess. Кстати, бафлку поставил? Ну, я коплю мне. На самом деле, можешь не ставить. Учитывая то, что у меня будет дохера скелетов, смысла мало. Так и шо? Лучше в масс шаманов пойти, где-то знатно. На 8 секунд, да. Ты прикинь, сколько скелетов у меня будет? Я их даже не грейжу, я просто ставлю. Стройка завершена. Нет, это ж у нас проблема. Да, есть такое тоже мнение. Работают, работают. Не успеете. Опа. Он так же подошел. Вот сорочка сейчас, если запрется, хотя сорочка уже не... Все, заперлась. А, так у них взрыв второй был? Да. Жизнь замерзла. Постройка завершена. А я уже это начал хренью страдать. Смотри, Элдор-то живет. Ну все, отпуш пошел. Блейдмастер тут на самом деле не проблема. А не счет, что на нем бафов, как не знаю. Ну и дебафов пара. Да, да, да. Но у него под этой хренью трента у него все равно плюс демедж. Победа. А, ну все. Скелетики наплодились. Плейгуя баррер пошел. Только Эльдера нужно убить. Элдрит станет, да? А он хилится. Так, минус пуш, но... Блин, эти это сраные скелетики. Даже это меня они уже бесит. Больше золота. А я их тоже. Постройка завершена. Тут демолишн бахает. Ну все. 2-0. Хорошо, хорошо. Хорошо. А, точно. Что? А, эпик фейл. Кошмар, кошмар. Какой же эпик фейл? Ну, пора это механика выдавать. То, что слишком хорошо все идет. Угу. Ты кого?
Да я вот так вот, давай мы это закончим уже, что-то очень скучно. Да? Тогда я вот так. А, нужно построить зиггурат, говорит. Ладно, в принципе, по дефолту. Отменишь чуть? Ну, что мои первые да, пришли. Да, да, конечно, конечно. Дред, убери ДНД, плиз. Дед. Так, ну инкама у них больше, соответственно, юниты сильнее. А что, если у них аэр? Да я знаю, что делать в таком случае. Я пойду взорву сразу. Если у них аэр. Олег, а не надо. Олег. Блин. Сейчас сразу ливнем. Я ведь хотел еще арчерку поставить, не знаю зачем. Захотел, хотел, зачем-то хотел. А на вертолете не хватает? А, да у меня сейчас будет, там разберется. Посох? Да не, посох нахер. Вертолет поставлю просто. Только зачем мы их тогда фидим? По-моему, вертолет это не выход. По-моему, мы даже если взорвем, это не выход. Ой, короче. Посох купил? Нет, сейчас еще одни придут, я взорву, поставлю вертолет и будем кушать. Так я могу арчерок поставить. Да не надо, забей. Они сейчас посильнее вертолетов. Сейчас мы их больше нафидим. Да не, вертолет они вообще без шансов убивают эту штуку. Арчерки всех бьют. Да. Но наземных имею в виду тоже. Блин, на вертолеты, по-моему, повыгоднее, хотя я уже загрейдил, так что давай оставь арчерок на своих. Будем бахать. Тогда, я считаю, стоит отменить, пока ты не поставишь. Ты отменил? Да. А сколько арчерки стоят? Ну вот, паспорт, не паспорт. Короче, 180, чё шифроваться. А, подожди, только ты же не ночной эльф, у тебя арчерки такие себе. Но аэра не разбирают. Да. Запускай. Запустил. Ну вот, идет один, можно багать. Надо, я его жду. Последний пришел. Все. Только да, это не меняет да, того, что мы вот этого трента не бьем. В смысле? Да, не, нормально. Сейчас Блейдмастер, Флейнганнер, все бьет. Какая арчерка? Стой. Она вон башем его бьет нормально. Чё-то она его вообще не ощущает. О, арчерка. А она не хочет бить, например, воздушного юнита? О, молодец, так ты сдохла уже. Бля, надо было гирокоптера вставить. О, у меня есть новый план. Да не, вроде нормально. Нормально. Там, правда, сейчас они что-то поставят еще. Хотя... Да что они могут? Рассолом, скорее всего, копит. Так, у них по два там летят уже? Да не, он Войд еще поставил уже, наверное, уже. Не, там летят по два. Я начал производство гирокоптеров. На нас напали. Ага. Он драконов апнул. Еще драконы. А, он построил их. Два этих драконы. Бля. Надо было тоже кирочей бахать. Главное домик чинить. Да, домик, не отвлекаемся, чиним. Иду на таран, говорит. Я думаю, может отменить блейда, он такой вообще useless. Да надо чем-то мели убивать еще, по сути. Пускай бахает. Они типа друг друга, ну, этот тренд еще бьет. Так, ладно. Что думаешь про взрывную волну? Очень согласен с ней.
хватает золота. Блин, не хватает немного. Так, ага, блейдак пошел. О, так корчёрка загрыжена уже. У них арморчики такие нормальные. Блин, тренд, хотя и трента бьет. Так она всех бьет. Бум. Опа. Бум. А как же бум? Бум. Так, там смена плана какая-то, кажется. На нас напали. О, он загрейдил еще их. Сейчас, когда у меня вылетит пацанчик, сейчас скач пойдет. Так, там три их. Приступим. Ну-ка. Сейчас троих заебашит, по-моему. На нас напали. Олег, мне кажется, сейчас не нравится ему то, что он видит. Постройка завершена. Нет у вас, ребят? Да, взрывщика нет. Но, по-моему, мы вытаскиваем уже. Борт на связи. Сообщите задание. Магия будет моей. Ну еще это по. Можно хедшот по флоуму? Так он не убивает. А делает сильнее. Он 125 урона даст. Это да. Что-то, кстати, вот синюю птицу твой плохо бьет. А это маленький. Вот этих нормально. Ой, минус армор повесили. Правда, сдох. Гранатку туда еще. Алло! Слышь, что делать? Паниковать. Мы фикали. Да не-не-не, сейчас будет, сейчас будет. Ну ладно, значит вот так они играют, да? И все. Ну давай. Все, смотри. Куда летим? Блять, предатель там сзади уже стреляет. Я вот так эту проблему решил. На нас напали. Что-то в этом есть. О, кого надо захексил. Только не его бьют еще все. Походу мне надо было еще одних арчерок ставить, а не этого Ларкеда. У нас это твоего переманили. Господи Иисусе! Ну, благо у нас есть. О, арчерка, что творит с ним. Постройка завершена. Предателя убили. Под хик солнце. Точнее, под минус армором. К взлету готов. Слушай, ну вообще Массейр их захлебывается. Потихонечку. Куда летим? Ёб твою мать, фулову переманил. Он сейчас так бомбить будет. Арчерка, что ж. Он первого левела у тебя даже еще. Ты что ж ты стоишь, арчерка? Смотри, что он с базой делает. А, не так сильно. Постройка завершена. Ну все, все, идем уже, идем, идем. Ты ведь понимаешь, что синхронные юниты стоит делать для того, чтобы если переманили или убили сразу? Синхронно думаешь? Ну да. Ну, ладно, что сделаем? Ну типа она контрит эту хрень вообще сразу. Что сделаем? А еще у них овца летающие. Да, ну мы их быстренько убиваем.
взлету готов. Engine's running. Так. Знаешь, после отцы летающие надо делать. Знаешь, что нам надо с этим делать? Я потому что не особо. У меня, кстати, вот так вот. У меня 31. Ну, инкам у нас побольше, по понятным причинам. Так не, я на него минус армор повешу, и там его можно будет забить. Так, пора выходить в танки. На нас напали. Постройка завершена. Слушай, вроде убиваем, а вроде и идет парень. А, зато ты смотри, что гирокоптеры здесь делают. На нас напали. Хороший юнит. Да сейчас, смотри, идут две расчерки, его нет. Да. Под минус армором-то. Там сейчас так часто придется бахать. Впустую. На нас напали. Оп. Ты что это танками? Что? Танками раскидываешься налево-направо. Я такой. Блин, арчерку забрали. А вторая законтрила сразу ее. Так, а Рокки танк что делает? На нас напали. Он против Аира только нужен. Ага. Ну можешь апнуть, он недорого, и Аир нормально там. Так, на Аира у нас там и так хватает. Блин, минус армор на габлака срочно нужен. На нас напали. Так, это не габлак, это овца. Буду ставить штуку. Там нага из-за врага. Вот да. Блин, а чё они все хиксе бегают? Сколько там кулдаун? 40 секунд. Ну, выход из хикса. Понял. Мы, кстати, хату отчинили полностью. Поздравляю. Ну, можно вот так. Танки перемаливают ещё. Не, еще пока рано. 23 за габлака дали. А что делать со всеми их юнитами? Так, вот так. На нас напали. Ой, ты это, по-моему. Да вот этого достает самое главное. Да, да, да. А у них щупальцы. Короче, мы сейчас по инкаму, если выйдем еще чуть вперед, то там все, там без шансов. Так мы на 20-ке уже. Надо просто протерпеть немного. Щупальца, правда, мразотные. Ну, щупальца танка. Блять, мы танка. Мы танка убиваем. Бля... Там главное не запереть проход. Ну, видишь, как, там как... этот. Как он танка переманил? У тебя хватит на этот самый? На чайник какой-нибудь. Тавр надо ставить. Слышу, у нас юниты кончаются. Ребят, кончаются, сюрприз. Кончаются. Сюрприз. Сейчас, сюрприз. Сейчас квад, походу, подрубит. Да. Я несу исцеление. Неси исцеление. Ну, пожалуйста. Тавр, да не, это... Лукс. Да. Давида, таки за Давида. Все, все шло крахом, я уже не знал, отменять их или не отменять. Я отменял, не отменял, отменял, не отменял. Говно с разлетающей. Ничего не было. Блин, я на самом деле тупанул, мне пауэрплант не надо было ставить, мне надо было накопить на чайник. Ошибка. На чайник ты имеешь в виду Orb of Light? Да-да-да. Я не знаю, что ты голема не поставил, типа вертолетов мы и так аэр отбивали. Големы тоже можно было ставить. Типа голем бы развалил и гиблока, и всех там. Да. По инкаму было бы сначала. Сонный уже, сонный. Спящее царство, сам понимаешь. Ну, одну ж надо, смотри. Ну, давай, потащим, попробуем. Попробуем. И пробовать нельзя, надо либо нельзя делать. Нельзя недооценивать соперника, надо пробовать. Сделай. Это ставь вот так вообще сразу, не думая. Окей. Я вот так тоже не думаю. Постройка завершена. Загрейди только. Загрейдил? Да. Постройка завершена. Олег, ничего себе быстро печатаешь. Угу. Ну да. Надо же быстро информацию передавать. Ничего. Когда слышу, что вы говорите, так сразу же это, ну, пишу в чат то, что пишете.
А я вслух сказал, я вроде написал в чат. Я понял. Да, я в чат написал. Я постукал на клавиатуре, все понимаю, понимаешь? Моя жизнь принадлежит. Такой вот человек. Так мало ли еще я написал. С удовольствием. Да-да. Походу только своих блочек можно. Да-да. Хорошо. Да-да. Что-то плохо она идет, очень плохо. Они ничего еще не поставили. Они типа хитрые, дохуя. Они фастпосах. Да какой фастпосах? Там дерево. О, что-то поставили. Ну все, там взрывать пора уже. Да? Чего прикажешь? Не, посох еще точно кто-то купит. Да? Это ж... Так, они там... без посоха не играют никогда. Андедычи. Андедычи, и кто это? Хаус и андеды. Так, хаос это плохо. Некроманты сразу. Некроманты и финды. Ну, некроманты очень жестко, торчерок падают. Да и этот грунтов тоже. Ну и аксы падают от некромантов тоже неплохо. Нужен новый план, ребят. По-моему, план посох это самое оно. Да я тоже. Аксов сразу. Больших аксов. Ой-ой-ой, ты, ну, такое умеет. Так я был. Моя жизнь принадлежит тебе. На нас напали. Бум плюс два. Сейчас там кто-то посох купит, по-моему, точно. Плюс семь. Но если они дольше, чем будут думать, то уже поздно будет. Да хрен. Там вот сейчас же маленькие домики пойдут падать. Да не, посох справится. Мне показалось? Вообще, там там с Дивайн армором кто-нибудь выйдет и все, песенка спета. Хотя тряп черт, конечно, весело справляются. Весело, задорно. Так. Смотри, какой вышел. Там посох, кстати, появился. Я что-то вообще не хочу отменять. Да и хрен с ним, не будем. Что мы задроты какие-то санные. Я загрейдил. Загрейдил. Еще и бласты можно потратить. Там вон маленький домик Акс накидал неплохо ему. Причем у них посох все время один и тот же берет. Ой, у них, смотри, вампиризм. Ни хрена себе там вампирика работает. Арчерочка. Чего прикажешь? Они мне столько денег уже принесли, это кошмар. Не, мне немного, у меня танки. Керри или танк? Ну вот, посох выиграл. Ну-ка, баш, баш, баш. Есть, ты мне сейчас тут что сказать? Есть, есть, есть. Чего хочешь? Чего прикажешь? Что надо, хозяин? Блин, у меня вообще есть безумный план. Да? Насколько безумный? Там есть слово масс. Я думаю, продолжать не стоит. Не-не-не, масс, по-моему, в этой игре не катит вообще. Ну что-то птицы у нас все-таки ябнули. Ну там за малым на самом деле. Если бы мы вот этот момент пережили бы, то все. Если бы я вот купил бы чайник, мы бы выиграли. Слышишь, я могу, в принципе, прямо вот уже поставить. Не, мало смысла. Да, по-моему, да. Или могу вот этого братка. Долго пишешь, это хороший, наверное. Так я не пишу, я поставил просто. Ага. Это да. Просто я не знаю, как он очень сложно пишется. Так, а надо, я сейчас не знаю, что поставить. Чего хочешь?
Чего прикажешь? Опа, больше. Мне подвластна магия. Сейчас баншой делать будем. С плашой Акс убивают, все в порядке. А с баншой что делать будем? Нужно больше золота. Мне кажется, вот если бы вот это поставили, золота. Может заехало бы все-таки. Я ведь можно. В принципе, есть что это правда. А с другой стороны, смотри. Бам. Акс от Акс. Сейчас я еще вот такую поставлю. Постройка завершена. Ой, там сэш девайнер мор, что делать будем? Все будет хорошо. О, у тебя бежит подруга интересная. Где? Вот это вот. Сейчас покажет, как надо. Ой, у нее хоть что-то еще прокнул. Там опа. Плюс 150. Да, кстати, еще. Сколько мне денег заработали ты? Бесплатно, без регистрации. Нормально. В тройне бафнуть, конечно. Не, это ж слово. Не, на нее точно 3 баф повесили, просто крита ей не дали. Почему-то пожадничали. Бля, начинается этот посох чертов. Черного короля? Прорывайтесь. Знаешь, что посох контрит? Постройка вообще его контрит хил. У нас такого нету, к сожалению. У нас есть ситки за 150. Не, они его вряд ли контрят. Да? Если много народу, то да, на двоих смысла мало. Хотя вон смотри, только уже вот так остается. Уже замок уже. О, слушай, вот это вот полностью контрит посох. Это вот нормальная шляпа. А за скелетиков мана вам нормально дают? Ой, этот голды. Да нет. Не знаю, 5-4. Я их столько уже нафармил. Ну, как за юнита по шестерке. Ну, за баншу, к примеру, 9 дают. Ну, судя по инкаму, на самом деле, твоему нормально идут, да. Нормально дают. Мне подвластна магия. Знаешь, что это значит? Это значит, что ты можешь колдовать. Ну, сейчас это разберется. Блин, жалко, только баншу начал отбить. Сейчас Акс покажет, кого надо бить. Культуй. Ой, я злостить еще. Ну, конечно, 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 конечно. Моя жизнь принадлежит мне. А чейну, хиль, что-нибудь. Ты не хилит, ты не чейнит. Что за говно? Когда-нибудь у нас будет очень много юнитов, и нам будет похер на этот став саной. На самом деле сейчас там братан выйдет просто. А, там уже что? Ну нет. Ну там чуть-чуть осталось. Блин, а там дракоша. Ну, по-моему, против арчерок он такой себе. Ну, 70. Да и шаманчики там, да. Шаманчики и сорочки. Смотри, сейчас сорочку. Оп, оп, оп. Чё надо, про сорочек не слышал. Хорошо. Постройка так. Завершена. А ты вот этого поставил? Да, да, да. Ты ведь знаешь, какие там два бафа есть мощные? Да, да, да. Придется, правда, двух строить. Да ничего страшного. Баф. О, сорока подошла, захилила. Не хватает золота. Не хватает золота. Неприятно. Сорока. Сорока. Хил.
Сейчас, смотри. Ой, хорошо. Да я плевал уже на этом месте. А у них два резка, слышишь? Постройка завершена. Ну, походу пора решать, кто первый взрывает. Да хрен его знает. Когда у тебя пойдет тот самый парень, он идет уже, надеюсь? Я несу исцеление. Еще один. Ну, Фроствирм, вот это вот ошибка. Ошибочка. Ну, я знаю, что ошибка. Ну, тиммейт сказал делать. Главное, ну, послушал хотя... тиммейт. Мне как-то тиммейт тоже против гриба сказал. Давай фастаир. Не фаст, а масс. Ну, масс. Это важно, вообще разница. Ой, там Дивайн. Ну, видишь, вроде есть. Вроде нет. Я принес исцеление. Во, сейчас еще пачка подойдет, и придется им бахать уже наконец-то. Наверное, я надеюсь. Лечи! Оу, все под бафами хилятся. Чем могу помочь? Демолиш. Блин, опять солнце уже не светит. Вот. Игра с огнем. Чего хочет? Да. Так. Ой, там големчик. Правда, у него тоже heavy damage. Ой. Блин, прист. Не надо, прист не впитывай. Хилься, прист. Пожалуйста. Не, продавливается. Хочешь. Можно вот так вот сыграть. Постройка завершена. По-моему, не дойдет до такого. Ну, это на верочку, чтобы. Ну вот на верочку я бы сказал вот это. Вообще там без шансов сейчас будет. Не-не-не, на верочку именно, чтобы если вдруг сейчас там они будут проходить. Поэтому давай бафнули. А, не хреново. Я и похочешь. А ты видел, кстати, Акса? Да, нормально бафнут. 1100 хп, 17 армора. Ну, лечь пришел, ну, типа, вообще супер, по-моему. Бомба прям. Инфернал фикси, это фикси. Инфернал. Хекс поставлю. О, инфернала можно хексить? Ебать, он там инферналу накидали. Чем могу помочь? Да. Блин, опять ничего не вижу из-за солнца. Так, ну все, 0 резких страйков. Мерф. Знаешь, что пора покупать? 2 резких страйка. Не, это понятное дело. Надо этот double damage. Не знаю, нам за 650 руны хватит. Бич, не хах, не хочешь ничего делать, но так. Бич. Не, надо допушить именно, допушить. Лич. Что? Что это за и вот это вот. Погнали. Там вышечка стоит. Ну, такое. Типа у них кто бы не вышел, они будут в фиксе. Да. Такая история. Есть такая штука. И чё, блядь, вот что я скажу тебе, вот юнит лич, видели, что он сделал? Ну, два лича вышло, и что они сделали? Помню, просто впитали, и так. ГГ-ОП. Ну, блин, личи не должны первые идти. Так-то они, если вызывают, начинают раскачивать. Вот он стоял сзади, он стоял сзади, 10 секунд у него было время, он ничего не сделал. Ну, тупой он. Там есть еще на каждой атаке шанс, то, что юнит инстантно сдохнет. На самом деле тоже жесткая штука. Если он стоит сзади и настреливает, то это вот очень сильный юнит. Мне подвластна магия. Мне тоже. Ладно, ребят, спасибо вам за игры. Пошел я на боковую. Давай. Давайте, биби. И вам спасибо, дорогие зрители, что смотрели. Увидимся с вами...
в следующий раз. Это, вероятно, будет завтра. И напомню вам, что послезавтра, хотя вроде как завтра, в общем, 26 числа будет у нас стрим линейки в огромном веселом стаке. Я думаю, будет очень круто, так что ждите. Есть в группе даже анонс, время, сервер и так далее. Все, всем спасибо и до свидания. Сейчас на прощание, как всегда, для самых стойких. Рекламная пауза трехминутная. До свидания.